Freelander 2. 2009 года выпуска в данном случае. Может возникнуть такая ситуация, что неисправен селектор переключения коробки передач, например, вследствие разряда АКБ, и вы не можете перевести коробку в нейтраль. Сегодня я покажу, как, ну, скажем так, наиболее простым способом перевести коробку в нейтраль. Открываем капот. Находим корпус воздушного фильтра. Он находится здесь. Здесь достаточно пространства для того, чтобы просунуть руку в район коробки переключения передач. Вот здесь находится селектор переключения, трос переключения. Легкими движениями руки снимаем трос, просто дергая его вверх. И на два щелчка к задней части автомобиля переводим рычаг. Это легко сделать, поверьте. Все. Коробка теперь в положении нейтраль, и автомобиль можно спокойно катать, при необходимости погрузить на эвакуатор.